Создание цифровых двойников месторождения – одна из приоритетных задач пермского филиала «Лукойл Инжиниринг». На международной конференции представлен доклад по интегрированному сопровождению нефтяных месторождений. Научно-проектный центр оказывает полный комплекс работы – от геологоразведки до обустройства месторождений для предприятий группы «Лукойл». Это не только Прикамье, но и другие регионы страны и зарубежья – Балтика, Каспий и Узбекистан. На сегодня это наша ключевая задача – создание цифровой модели, цифрового двойника месторождения, который помогает нам как познать сам объект, так и наметить эффективную технологию разработки. Помимо создания модели, «Лукойл Инжиниринг» представляет на конференции подходы к оценке запасов нефти, повышению эффективности извлечения. К примеру, оптимизация режима работы скважин может дать на конкретном объекте прирост эффективности в 2-3%. В итоге по всем объектам колоссальный прирост производительности. Параллельно на конференции обсуждают работу со сложными месторождениями. Уже сегодня в Прикамье доля трудноизвлекаемых запасов доходит до 67%. Все эти меры, по словам руководства общества, не могут быть реализованы без качественного персонала. Сейчас выстроено сотрудничество с 7 профильными российскими вузами, а также с Горным университетом в Австрии. Помимо технологий, помимо внедрения чего-то нового, один из главных вопросов – это подготовка кадров. И вот я хотел бы сказать, что в данном случае в Перми очень хорошая площадка, где это все реализовано. Это научная база в лице Пермского технического университета, классического университета, в лице нашего «Лукойл Инжиниринга». И все это дает те результаты, которые мы сегодня видим на практике в «Лукойл Перми». К участию в работе конференции приглашены более 1,5 сотен участников из 40 компаний мира, в том числе спикеры из Франции, Венгрии, Норвегии, Австрии, Великобритании и Канады. Они представляют лучшие мировые практики в геологии и строительстве скважин. Я был в разных странах, и добыча нефти и газа – это не вопрос наций или государств. У нас общая цель. Мы все думаем, чтобы максимально эффективно использовать ресурс и не навредить окружающей среде. Форум будет проводиться в Перми ежегодно. По словам организаторов, площадка может стать некой базой для образования совместных научных проектов и практических решений. Уже сегодня 25-30% технологий, которые разрабатываются в «Лукойл Инжиниринг», внедряются в проекты для промышленного применения.